Обсуждают, как ловушку на мече взорвать. Давайте security for Косаку десер килят Валю. Я спекнулся в хилай тоже давай. Давайте не так. В поклонский спекайся в Редрика. Last chance, security for Косаку десер килят Валю, кисекушка и рубитус на рейд. Потому что мы в протопал, а не в Редрика. А, протопал, я так и сказал. Плотский протопал. Одну сову оставь там, Гру, чтобы он не хилил. 5%. Я еще подойду. Нафиг я тебе как или так, будто они копят спасу. Этот человек собирается ролить на ваниле. Это 5% крита, блять. У тебя ни одна шмотка столько не дает. Ну сейчас-то оно не надо. Надо. Пацаны по-любому грудак упадет, да? И он нахуй никому не нужен будет. Десер поклон. Влад, ты готов? Дайте каску, пожалуйста. Я уступить место на грудак? Да, блять, если он какому-то магу нужен, то я не врываюсь. Не, на одного босса могу уступить. Дайте каску по шаману. За косарь. Купак, дайте, пожалуйста. Беру каску по этим под рулем. По шаманам тоже каску. Шаманам каску. Поклонский бафай каски по шаманам. Мария к магам бахнуть. Дима, походу, уже сворачивает, блять, лабораторию, сука, спалили, блядь. Дима, не кем идти, да, ретриком или фон. Идешь ретриком сейчас. Ой, говорю ретриком. Протопалом и бафаешь всем каски, потому что у вас шанс спекнуться в хилах. И что? Ну как бы хапалу, наверное, сложно каски кидать. Да кому каски нужны? Запарили? Шаману и друидам. Я выключил его. Рейд фейм пока что. Друида вроде бафнул. Ой, ты типа шуткадал? Дайте хоть кто-то каску уже. Мы там срубал бафнул, а мне нет. Сейчас я тебе, вот, на тебе барабаны. Все, начинайте, погнали. Поклонский, ты справа, а мутант слева. Ну да, тут надо просто шмотки на дух оттуда. Блядь, где такие гайды находишь? Вот это я сейчас сбил каст. Мне кажется, это самый великий наёб в этом году. От тебя, блядь, просто развёл Ваня на гайд. Не только его развёл, как бы. Еще и себя на себя, да? Сейчас всех разводил. Я разводила. Войт, когда тебя ебут, это не ты развел. Первый портал вы уже 10% захили? Красава, мои порталы взяли. Хило до хера. Ты подавляй. Там тип такой, ну, собирал все всякие приборы. Такой говорит, всегда мечтал сказать подрывают. Вот так же Джерри, он всегда мечтал сказать разрываю. Понимаю, да. Есть левитацию на воль? Да, ты не в портале случайно? Левитацию на воль киньте. Классный фильм вообще, самый лучший. Зачем? Что ж, все пошли слагать что-то? Хитрый. Видишь, десер кинь, дебилы. Секушка, пожалуйста, верни пупера, а я слева от тебя. Где мобы выходят? А левитация, кстати, пулит моба или нет? А что ты на моба левитацию собрался кинь? Ну вот если бы собрался, она пулит или нет? Лол, блять, да не пулит она. Она же только на своих кидает. Как ты будешь курить врага?
дружественный заклинатель. Ты еще похилил, блять. Ну я же могу брать контроль разум. Ну а когда я беру в контроль, ты можешь хилить его. Что кастует справа? Я нет, но другой. Ебать. Кого? Тебя что ли? В моба, когда я в контроль. Да как, блядь, это сильно сложно для тебя все не сделать. Дайте ему на хп. Дайте какого руки. Моба, блядь? Какой же есть просто. Тюб, блядь, нахуй время на тебя трачу. Где подавителя слева, снизу, сверху? Джаз только нет, что. Я излечилась, Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Грудь. Сука. Кольте грудь. А почему ты Ваня спрашиваешь, если Дарел Джерион? По поводу. И без повода. Эй, бля, ой, ты иди нахуй. Ладно, я пошел в кашель, ты трэш. Говорит, он пришел, что ли? Да он тебя в муте, блядь, раньше. Он три босса уже с нами, как бы. Я тебя рискнул, подымаю. Шесть секунд. Эпа. Как престол можно было умереть? Что, давайте по ДПС померяемся. Короче, кто ниже меня в аккаунте, мне по 500 рублей дают в конце, а кто выше, я им по 500 даю. А если тебя там... В конце этого трэша? Курить. Нет, в конце синдры. Ну, на синдре чисто. Ну, до синдры или на синдре? На синдре. Ты же с бобу не выйдешь. ДПС на синдре прям? Ну да, да. Давай, я согласен, как бы 500? Ну, да. Это халявные деньги. Все, ну вот мы сейчас вдвоем сейчас на 500 голды забили на ДПС. Все же свидетели. О, давайте, я даже магом 5.8, короче, разъебашу. Как раз талик нахуй заберу, бля. Пошел нахуй. Не настолько везучий, как я. Да он не упадет, пацаны, успокойся. У тебя маг полный бомжовый. А? У тебя маг полностью бомжовый. Давай не гонишь. 5.8. Как вы привели это говно через решетку? Я там. Прикольно. Кто ты ж такой можешь? Я понял уже. Еще один. Аж больше не идет. Кто-то винстаж зашел? А, мог вин зашел. Что ты? Он любит так делать. Он, блядь, сегодня странный прям, мне кажется. Ну ладно, у тебя все нормально? Ну, у тебя случилось что? Ну, а нахуй ты на ивенте зашел? Ну, чтоб у нас тоже было все заебись или что? И что? Я понял. Ты не подумал просто. Они не должны прорваться к Синдракосе! Скорей! Остановите их! Веди дракона этого, что слева, который храпта просто. Да, да, до него не достает. Так, селись в это. А в натуре сейчас попробую. Он не сможет через решетку пройти. А пусть он на кого-то пэта направит, когда пэт будет за решеткой, потом он запилится в пэта, понял? Так там нету мобов, там же... Так уже надо. Все, уже всех мобов привели, уже не на кого. Да, надо было сразу пробовать. Ну да, это, конечно, косяк. Тоже не подумал на это.
Можно было активу выпарить, наверное. Нивы там нет, уже сразу не потом прилетает. Нивы нету. Драконов нет. Ну, можно все лицо в спрета привести. Они бы согрелись на хила и остаться в спрете. Мы бы убили. Ну ладно. Да и вред. Лёша. Что где он? Не знаю, его не было онлайн, когда я собирал. Чё, он в аркану не вред. Сколько 3 седал ДПС? 1008, наверное. Нормально. Он пьёт сейчас? Не знаю, как он, я пью. Не, ну с тобой-то все понятно. Не пьет. Как ты узнал, Дима? Аккаунт не шевелится, прикинь. Чё? Его строка в аккаунте не двигается. И что? Он не пьет. Не пьет или бьет? ПБ. А, я не понял, типа он спрашивал или пьет. Понял, короче, он не бьет, короче, не тянул. Че? Джерри, вот что ты, блядь, несешь? Он спрашивал, или он бьет, ты спрашивал, бьет или пьет? Пацаны, два дракона сагрили. Скинь, так, когда я тебе скажу, кинешь эти оковы на имя. Вдвоем дешевле будет. Мутанта, ковы на инии. Ковы на инии. Мы в фире. Сам кидай свои ковы. Просто ков. Бейте другого, пока что она нам сделает. Все нормально, он на земле этот. Не, это не варик мутант. У нас минус 4. Усиливайте, Райт, уберите это там, чтобы всем рано слагин. Привет. Привет. Кто там, у вас уже пул? Да нет. Да, уже только второй рейск убили. Так у нас уже это, как его, Синдрагоса. Видишь, как хорошо я завел? Можешь сдохнуть, пресса типа. Запоминаем, накуренный хламов и кашет на двух самых жестких трэшах. Это перед чумкой он уходил не знаю куда и сейчас написал трэш, что тоже уйдет. Да-да-да, кидай ему ГП, это то же самое, что с ловушкой, типа не он, не он.
Не, псих, ну с ловушкой это ты. Меня не захилили. Ты не докажешь это никак, злой. Так-то. Да, в смысле, там было видно, что слева был самогон, нахуй, а справа это ты. Там не видно этого. Видно, потому видно. Что слева это я. Сука, дебил. Прайда. Поклонский, давай обратно в ретрик. Человеки, секушка, секьюрити, рубитесь по косаку. Кто еще может спекнуться в хила на этого босса? Я могу. В холивара спекайся, Джерион. Давай, Поклонский, будь в ред, в протопале, а Last Chance будет в хиле. Давайте я чапу. Злите маны. Похавай что-то, что-то. Я жру что-то, что-то. Квадропедро породистый. Квадропедро. Все, погнали. Подайте каску по хантам. Сейчас дам. И каска по хантам. Квадропедро, ты тут? Жмук. Все, кикай его, погнали. Давай я кем зайду. Пофиг, давай, начинай. Пидорас. Проял, да нет? Я вот написал, что у него там интернет сейчас отходит. На 5 минут он зайдет. Закидывает. Ну, 23. Ты попасть, ты попасть. 24. Ты 3, квадропедро где-то дрон. Он уже здесь, он здесь уже. Хила, хильте. Хильте, да. Прям сейчас будет притяжка через 10 секунд. Лево. 6 секунд. Постоянно ближе к стоишь. Отбежать пытается. Эти пацаны, кто сдохнет, я только что два раза без снега притяжка. Отдыхай, 300, отбежай. Ты видел? Железно, да. Я видел. Квин... Не бейте это из света печати. Правосудием его, правосудием света, не бейте. Мне метко говорите, где падает. На лестнице падает. Лево далеко. Тут звезду не разбивать, звезду не разбивать, только до 200к подбейте. Лево далеко. По центру. Право, близко. На лестнице падает. Центр. На лестнице. Сзади, справа. Право, клепи прям. Звездочки. Разбивай, идите к кому танку. Кисекушка, резай танку. Кисекушка, резай танку. А как ты упал? Я не видел. Он доверился. А, Void Best, поднимай кисекушку, а кисекушка... Подожди, там по-моему друг завис. Там по-моему друг завис. Ну, там по-моему друг завис. Лучше танк грубо. Нет, давай, поднимай танк грубо. Беги, малышка, беги! Бежали, бежали, бежали. Ну, 300 гп. О, и квадропедри тоже. Закинь на 500-ку. Сейчас вот
опасные пацаны, отвечаю. Да нет, что сделать? Не важно. Просто квадропедро дохнет у вас притяжки. Так же делают только топовые пацаны, ты чё? Он подумал, научился играть. Не знаю, квадропедро проверить, не? Не, не надо. Кто-то сдохнет. Где там? Мы дети, блин. Как вы бегаете? Метки до 200 тысяч подбиваете. Почему не всегда фловые? Бьете, то вы их не бьете. Это непонятно. Центр падает. Лестница слева. Да что ж им на хп, если шо? Блять. Право падает. Бля! С антимонкой, да? Тангер, есть? Подожди, я думаю, все давай нормально. Лучше шипа резни. Не-не-не. Он резни шипа, Тангер, резни шипа. Он уже резнул мага. До 300 гп, а не команда рыла была, резать мунки. Я два раза танка поставил. Приз метка под босс. Кто это за водится? А, знаешь, что водится? Энтерники под босса милики вышли, не разбивай. Да уйдет. Бабл, 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 прожми, бабл, бабл прожми. Ну Сань. На курит. Куриный флам под босс. И ушли. Убивай. Куриный флам под босс, и мимики ушли. Сбивай. Иди, сколько ты в магии? Два. Ты породистый в сторону уноси, разбивайте его, бьем мили. Сбивай. Бля, плохо, там один ДЦ только хилит, дайте я снял. Повитали. Я снял. Босса метку. Отлично, я под босса. Ушли мили. Скидывайте стак. Бейте породистого. Там он слева стоит, РДД. Нафига вы разбиваете все время склеп? Вы чё, на приколе? Бля, так же делаю, чтобы побесить Джерриона. Да тихо, он сейчас рейд вайтнется. Разбивайте хилы. Козырь мет. Вот он, прожимайся. Тут много стаков. Есть БР? Не, нету. Сбивайте метку. На куриный клан сторону и, короче, бурстите босса как хотите. Насрать на все, хильте только. Давайте, бейте все. На мне магия, хильте. Да бейте просто. Нон-стоп хиль, потом назад. Разрядить. Там я сдох. Киль под стаком убил. Падай, дайте на этого, на мутанта. Беги, малышка! Убивайте так, там 700к. Как мог захилил. Ой, козырь, тащи. Там путку, козырь. В сторону, в сторону. Все, красава. А чё, кто там заложил? ДЦ заложил, да? Чё, там понял просто.
Мунклин, черт его знает. Гилз, Леголас, я там... просто, по-моему, слишком много набрал стаков, отвлекся там, что ли. Ванек, рейс. Три, что ли, взорвал. Я дальше босса там, посмотри. Короче, шести человек он только голды может давать, а остальным не должны. Ну, давай, трей. Ну, пусть мне сначала там заплатят. Чё упало, пацаны? Не знаю, ресните, пожалуйста. На натуре ресните, пожалуйста. Коготь упал, пишут. Один живой остался. А чё этот покоритель? Это пиздец. Четыре покорителя героических зрай. А когда ты будешь кем-то другим, блядь, упадут только, сука, четыре защитника. Не знаю. Потому что мир тебя не любит, Джерем. Я знаю, 6 осколков, а когда я иду хантом, осколков 11. Мир меня вообще не любит. Вы реснять или нет? Блин, настолько двое ресовщиков. А зачем ты ресаешь варов и хантов? Я же просто вижу, кого ты ресаешь. Да, я решаю. Смотрю, как вы распределяете приоритеты. Смотри, Виталик, мы с тобой последний будем. Видишь, он ресит накуренного хлам. Красава по косаку. Я вижу, конечно, да. Пиздец какой-то, прикинь. Меня он резает. За тебя нашел. Блять, кладбище нахуй, сам побегу. Люка. Одолжение он мне сделал, понял? Резай меня вперед их. О, красавчик. Виталя, подожди меня. Посмотри, иди сюда. За инер просто. Внутри нормально. За инер. Вот, а где моя голда? Какая голда? Пусть мне заплатят те, кто ниже меня сначала. В смысле? Нет, сразу ты мне заплатишь, а потом разбирайся. Мне заплатят, а потом я заплачу, потому что у меня нет голды, блядь. Короче, вот как обычно кинул с их. Ты же забрал три неперсональные шмотки в гирейде. Да, это не видел такого. Видео есть? Нет. Ну именно, ну как это было? Когда ты опять стал пидорасом? Ну как, забыл же? Не знаю, про что ты говоришь, там есть еще ролики, все шмотки абсолютно. Давайте все на лича идем. В смысле, диплом просится вместо тебя. А какой у него ГС и диплом? Какой у него ДПС? Ну все, можешь уходить. Кто уходит? Бой? Да. Не ливай, Этерник, не ливай. ЕПМ идти. Все, можливо. Поклон, спекайся обратно. Ты же понимаешь, что прям все слышали, что мы спорили с тобой на ДПС, и ты согласился. Не слышал такого. Поклон слился потом. Как ты не слышал? Я даже слышал. Войт, где моя голда? Я тебя передамажу. Я тебя не слышал. Не пизди. Все, я не слышал. Все, себя. Славик, я все, Славик, прогорел. Все нахуй, Славик, опидарел. Злой, у тебя есть код? Код? Да. Бля, нету. Ухуй его, качай. Да нахуй. Я могу, в принципе, зайти на кота 64, но, блядь. Поклонская станет крышочек, Поклон станет ромбик, а Last Chance станет треугольник. Вы что, буквально выучили, блядь? Я не уверен, что он понимает, что такое кружочек, ромбик и треугольник. Джерион! Это канал, по-моему, упустил. Диплом, ты ВРХ диплом? Что? Еще раз, что я делаю? ВРХ диплом? Что, да, диплом? Ты ВРХ диплом? ВРХ, я тут, повтори. Ты станешь ромбик, понимаешь? А потом станет кружочек. Вот, сука, три раза у него переспрашивал. И слышал, что он его слышит, он опять спрашивает, ты в РК? Тут говорит, что, блядь? Тут говорит, ну ты в РК? Тут говорит, что, блядь? Так он его громкость просто, ну, установлена. Баф по рейду, дай. Я не могу. Ты смотри, там пресс накачали, а то пробить будет сложно.
Да не, Войт, хуйня шутка. Да мне вообще неприятно, когда педики в мою сторону разговаривают. Пошел как-то в жопу тогда, урод. Все просто, ну, не базарь, пожалуйста, со мной никогда. Пошел тогда нахер. Просто, ну, не пацан, ты не сидишь. Ваня, ты подискалишь? Не, Рубикус, ты подискалишь чему? Рубикус. Не, очень надо, меня что-то подлагивает. Ты подискалишь чему? Сюрприз, шака, козырь. Рубикус, ты подискалишь чему? Я говорю, нет, у меня что-то подлагивает именно интернет, а не компьютер, что-то сегодня хозяин. Ваня, поставишь на себя звезду? Саня, Трисия, ты тут? Все, все готовы, запускаю лича. Так, ну, блин, я плохо, уже, как? У меня до сих пор этот Тирион желтым цветом горит, он что, не дружелюбен ко мне? Так он всегда горит желтым. У меня все мобы ЦЛК дружелюбные, горят жёлто, они должны быть зелёные. Посмотри репу с серебряным авангардом. У меня репа вообще фуловая, как, ну, у меня есть пепельное кольцо. Серебряный авангард. А, я понял, всё, у меня там нет репы. Ну, кто тут папа? Ваня, поставь, пожалуйста, на себе звёздочку, чтобы ты водил радиозону, я буду говорить, кому перебегать. Чё? Ну, звездочку на себе поставь, чтобы ты выделил. Поставь. Перебегаем. Злой БТ ждет. А что там в БТ, блядь? Войды. Много войдов. Тупо 9 войдов убиваем 9 раз. Давайте, погнали. Все, давайте, шутки в сторону, бьем меча. Кто знает хороший анекдот? Знаю. Давай. Ловушка Милики, Милики ловушка. Ну улетает вообще Милики на ловушку. Анекдот. Сука, Лич куда-то под землю пошел. Ля, вы чё, гоните мутантка? Как ты улетел? Вы чё, на приколе Милики? Странно, что этот на куриный не улетел. Бля, милики, вы конченые, я вам отвечаю. Единственное, зачем они заходят, смотри, да, заходят. Сюрприз не получает ГП. Милики, давайте в звезду, чтобы я увидел, кто не получает ГП. Я не получаю ГП, сюрприз, Void Beast. Кто тут еще не получает? Void Beast. Милики, вам надо, не знаю, я же сказал, ловушка на танке, надо бежать не за танком, а вправо-влево, а вы конченые, просто конченые. Кончен. Это потому, что они не играли на ваниле. Тут никто не играл на ваниле, походу. Я играл. Кроме меня. Но ты там до 12 уровня докачался, так что это не игра. Джерион, а ты Накс проносил, не? Нет, я не полностью, я только всадников убивал. Эй, все равно бич. Нету, сорян. Я залью кому-нибудь лучше. Хиль, Войд. Че хили? Тебе верю. Не знаю, просто хуйню какую-нибудь хиль. Бахновский играл на ваниле, да, офигеть. Это что, в 2005 году? Так можно и в 2006 было играть. Да ладно. Серьезно? У кого есть этот ледюха в ютубе, вот этот чувак, который серьезно тут сидит, хуйло вот этот синей рубашки, как историю рассказывал, пиздюк. Нет, ну ведюха же была, ну смешная, была, типа, ну, там. Смешная, да. Ну, отлично. Есть у кого-то ссылка на нее? Да я не знаю, как ее найти. Ты лучше видюху нашел, как, блядь, на ловушке не улетать. Ну попробуй. Но ее не найти. Не логайтесь, пацаны, если кто-то улетел на ловушке. А что это даст? Ну то может, адоны забагались. Кисек. Кисекушка, ты тут? Бегу. Окей. Спиннер круть. Бля, ща. Спиннер кручу Джерриона, нахую верчу. Йоу. Что-то хуйня какая-то.
тебя талант, а не нормально, нормально. Да мне кажется, даже если бы я сочинил рэп, мне кажется, перепил бы тебя. Да, ты да, блядь. Такие читки могу. На миринке есть, ему лоб, лоб. Да, хоть только эти лопатые фарки, блядь, эти ебались нахуй. Серьезно вообще деньги? На, серьезно. Ты не верил? Не верил, нет? Не мой, блядь. Ты че нахуй, сука? Ты че, сука, базаришь? Ебаса, сама-то тысяч, блядь, тот лежит, нахуй, взяли Мерин, уехали, короче. Мерин вчера продал за диск, сори. Давай, давай, за ним, еще 20 минут этого не чай, просто чекай. Серьезно? Да. Рубикус, квадропедра, каменс. Рубикус. Рубикус, козырь. Рубикус. Говорит, ебасу. Ты тыщ! Иди дух стаях, ты Рубикус, ты тут? Да, да, тут стаях. Я просто даль там уж. Просто видюху смотря. А Рубикус, поди спалишь чему? Неужели прибыли наконец? Псих, конечно. Не, не буду, не спалите. Найдите кого-нибудь другого. А почему не будешь? Я говорю, интернет что-то подлагивает сегодня. Не знаю. Фукасаку подистели, чему Ваню поставь на себя, пожалуйста, квадрат, милики, ходим за звездочкой, РТД за квадратом. Вот это смена. Ты пройдешь через эти. Милики за квадратом ходят, а РДД за звездочкой. Он пиздит немножко. Ну диспель на 3 секунде, если ты лагаешь. Ну слышишь, Саня, ты где? Трися, че ты выше? Я релогаю. Почти 30. Закрой ебало свое. Это обидно было. Упырь. Все, погнали. Смотри, сейчас будет ловушка после шашкаря. Да-да, милики стоим. Ма. Магистр. Стал. РДД, проводи вот там. Ловушка, РДД, проводи. Проводи ему там. Чума породиста. Диспал. Ловушку смотрим. Милики, милики, ловушка. Пока. Эдди. Парка еще смотрим. Милики, милики, ловушка. Сука, вашу мать! Такой без них. Честно, милики, вы конченые мрази или нет? Ну что вы делаете? Вы не видите квадрата? Вы не видите квадрата? Ну вот и ловушка, проходите. Далеко ушел, подхильте-то не забудьте. На ком чума там вроде не вижу. Ну че, дух стоит кто-то ебал, что ли? Я тут вурдалаки бью просто. Смотрим, чума. Кремикла. РДД, милики, не забегите в ту ловушку. Я здесь спирил себе. Козырь, дай нам оно. Минус 2. Теперь у тебя давай. Какой эти важный? Ну что, минус 2, минус 2. Не столь важно. Он пусть Войд застанет, что он там, Чапоклонская станет и все. Там не знаю, чем станет. Смотри, когда появятся вальки, Саня, Трися, возьми круг в цель, настакай 5 стаков и дай удар по почте.
Там будешь от таланта еще замедленно на 50% лайн. А что я станю? Я трусы станю? А диплом ронга. Он дыхнет, сферу добейте, давай мутант лови. Сейчас дух дыхнет и заберешь его к себе. Встали все в ромбик. В квадрат, квадрат. Ну, давай, забирай мутант. Давай. Смотрим вали. Вторую стан бьем, вторую стан. Все три бьем. Корнение и все. Корнение и сипушка. Прям в центре хорош. Все, хана друида. Я саку дался нормально. Сейчас Дима. Что ты делала в центре, кисикушка, Настя? Простите. Ну не заходите в оскорнение. Идите все сюда и вставайте в квадратик. Наверное, придется отпускать сейчас. Только хилов можно разбить. И танков, и все. Встаньте все в квадрат, рейши там подойдите. Сейчас будет осквернение, к трону выносим. К трону. Огонек. Бейте всех валь. Кружок разбить. Кружок обязательно разбить. Бейте валь. Валь бейте. Кружки. Ромбики. Надо ромбики. Ромбики кружок бейте. Ромбики кружок бейте. Или ромбик играйте. Сейчас все будет. Ромбик играйте. Ромбик играйте. Нет, все, фиаско. Отпускайте всех, бейте или еще. Может, кого-то разбили? Да черт его знает. Вроде бы. Осквернение, отойдите от плеча. Отойдите от плеча, осквернение, ставлю ключа в центре, огонек. Центр. Левый квадрат. Нормально, такие две сиськи разливы промо. Я в... знаю, в чем я. Я в ромбике. Играем через ромбик. Бьем баль, да играем через ромбик. Ну разбейте ромбик. По трусам больше, по трусам и кружку больше. Все, меня разбили, оскорбление. Короче, я понял, падайте в лужу. Заходите в лужу, Все, так, мы разбили, пропал. Так, ну. И трусы вы разбили. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но у вас пиздец какая проблема, когда вы переключаете валь. Почему вы говорите бить одну, когда мы ее бьем уже 6 секунд, вы говорите, не, хуй с ней, переключайтесь на другую. Ладно, но потом вы говорите, не, все-таки хуй с ней, переключайтесь на предыдущую, понимаешь? Это пиздец просто, и это не ты один, конечно, такой, но мне кажется, у вас что-то не в порядке. Я 6-7, играешь в гильдии, не знаю, 2 года. Как ты улетел? Можешь мне объяснить? Ну, блядь, кто-то взорвал, короче, блядь, я прибегал рядом, меня тоже откинуло как. Самогон был, по-любому. Молодец, самогон, еще и двух пацанов подставил. Блядь, вижу контр этот ебаный лужи, блядь, я не отхожу далеко, чё, я пинаю лича. Надо дальше, она когда взрывается, она дальше контура своего взрывает. Типа, если это не рояль, то это поклонская. Все очевидно. Это был Войд. Надо гаситься от этой лужи вообще по-страшному. Ну, если не хочешь гаситься. Там или Войд был, или Ласченс, короче. Один из двух. Ну это Ласченс был, он по-любому, ну с шаркаля. Да не, Войд по-любому, блядь. Да не, это Ласченс. Да, наверное, прыгал в лича через лужу. Хотя, может, и пулкер тоже взорвал. Не, мне кажется, пацаны, я сейчас не кидаю ГП. Меня это так заебало, что не, если сейчас мимик какой-то взорвет ловушку, я на всех ваших чарах, в которых у вас есть твинки, не твинки, и так дальше накину по 2к. Можете спросить Виталика, Диму, я в адепт так делал. Если любой милик сейчас взорвает ловушку, 2к на всех твинов получает. И я не буду эту хуйню снимать. Какие мы жесткие, нахуй. Хорошо, что на протопали. А что? Я не пойму, что спросить у меня надо. А я бы хотел уточнить, можно, пожалуйста? Полский, я не вижу где-то.
Не вижу, короче. Мы до сих пор не разобрались в ситуации с психопатом и накуренным пацаном. И мы не знаем, кто из них взорвал, но получили ГП. Зато мы знаем, кто тут гей, да, Слава? Ну да, псих. Вот, так у меня вопрос такой, ну, 2К кому кидать? Тем, кто улетел, или будем вычислять так же по видео? Так ты же сказал, что нас не вычислили. Ну я и говорю, как мы будем поступать, мы будем вести расследование бесполезное. Показать все, что скрыли, блядь. Не будет все равно, все милики, которые улетят на ловушке, все милики, неважно, кто взорвал и так дальше, все милики, которые улетят на ловушке, получат на всех своих твинов по 2 КГП. Полностью, все милики. В Долоран, нахуй, беги сразу. Заводи. Сейчас заведу, дайте баф. Просто меня это уже задрало. Я говорю 300 раз, милики ловушка, и все равно какой-то пидор улетает. Жестко. Я бы не бесился, если я бы 5 раз это не говорил, но я 5 раз сказал милики ловушка, милики ловушка, милики ловушка, а вам насрать. Милики ловушка. Когда ты постоянно повторяешь то же самое слово, оно теряет смысл. Угу. А если он один раз повторит, то там все милики улетят. Как, ну, как фоновая дикция происходит, при восприятии она не подносится. Ты, блядь, в институт ходил или нет? Квадропедро и диск. Диск. Слышишь, Жирен, можешь один раз все говорить? Сейчас проверим тактику. Кто говорит? Он вурдалаков, да? Нет, просто один разок сказал и все, больше не повторяй. Если вы не заметили, сотрудники банков, короче, их учат. Ну да и в конфе вот эту херню все тоже происходит. Если человек 4 раза говорит подряд «да», пятое «да» у него идет как автоматом, оно на подсознание уже идет. И да, поэтому да, тебя да, всегда да, спрашивают, да, да, типа «Славик, это же вы?» И он такой «да». Типа «вы же пидор?» Он такой «да, блядь». Да? Бля, ну, конечно, предсказуемо, нахуй, да? К чему ты это вел? Нет. Да. Нет, ну, действительно, есть это детская психология. Нет, ну, это такое, да, оно подходит, потом, да. И ты потом, типа, расслабляешься, короче, когда отвечаешь на вопросы, типа, все подтверждающие. О, ну, Войда вместо первого слова «мама» был «ходр», блядь. Нормально, живет как-то. У тебя вот психология, мне кажется, твои примеры ты приводишь самые лучшие. Тебе, наверное, учебники надо писать. Я, да. А как ты описываешь эти примеры? Самые лучшие, хорошие? Самые лучшие, ну это когда матерные слова используются в них, ну типа пидор. Ну зачем это использовать? Типа пидор. Все, начинаю. Ну просто у Виталика там, не знаю, помимо матерных слов запасов. Именно у меня? Чаркающий ужас. Через 4 секунды смотрим внимательно. Это хороший РЛ. Милики ловушка, отбежали. Тебе как будет. Чума. Супер чума. Диспел. Не диспельте его нахуй, блядь. Пушка РДД, милики станим. Ловушка одна секунда. Ловушка милики. Кастует. Отбежали. Лич стоит в ловушке. Стоим все в черепке, милики. Пьем лича. Как метроны. Косак и чума. РДД ловушка. Милики стоим. Ты направо не иди, ты налево иди. Чаркающий узор. Ужас, впереди, смотрим, ловушка через секунду. РДД ловушка, милики перебежали. Чума 2 секунды, смотрим чуму. Камень, сам себя. Смотрим ловушка. Протопал ловушка, все проходим. Милики чума, все на край. Ой, ловушка, все на край. Рубикус, вынеси чуму в протопал. Хорош. Бьем дух. Удалось больше не забирать. Накуренный флам, дух. Бьем. У меня ревность на тропу. Ну не ок, пацан, вообще.
Сладкий не идет. Ваня став гимн, став этот тотем, накуренный флам, гимномам. На лес чайс, идем до. Если это эльф. Лупите. Шары избейте, пожалуйста. Все. Убиваем духа. Становимся в квадрат. И пьем лича. Таны дадите. Ханты, ханты, поставьте трапу, подойдите по краю лича, чтобы вы не улетели. Первую бьем. Кружок и трусы тут. Кружок и трусы бейте. Смотрим осквернение. Разбежались. Миленьким осквернением. Осквернение пулпер. Хорош. Бейте лича. ДД. Хилы встаньте в центр, хилы встаньте в центр, РД по краю, бейте лича, милики, когда скажу, выбежите и будете нести лужу к трону. Милики выбежали и смотрим, первая валя хватает, Машека, бейте все вали, все вали, бьем вали, вали все в центре, бьем всех вали. Кружочек замедлите, замедлите кружочек. Замедлил. По трусам. Замедлил. Убейте лича. Смотрим осквернение, все стоим на краю все стоим. Осквернение и лича став в центр. Козы, лича в центр, и все становимся в квадрат. В рейд бежал, видели? Квадрат. Первую бьем, все три вали бьем, трусы. Три вали бьем. Эти трусы там хил. Давайте в трусы, все в трусы играем, в трусы, в трусы. Трусы, трусы. Трусы и кружочек бей. А этого ромбика отпускаем. Сейчас лужу будет или нет? Да, сейчас лужу, секунду. Лужа, Машека. И чё? Отправляй лича на краю, бьем лича. Тест там повесить на кого-нибудь. КД минут. Ну тогда не вешай. На край. Я на край, все нормально. На край. Бьем духов. Кто там улетел, сюрприз. И стоял нормально, значит. Летел за 7. Тотем дайте гимн. Хьюри, ты ставишь тотем, козырь поет гимномам. Бля, Леша, если ты сейчас в комнате выбежишь напротив меня... У меня КД на гимн, иди нахуй. Я тебе говорю, если ты в комнате выбежишь напротив меня, и мы сдохнем опять, это будет 5 КГП. Бля, ты мне вообще говоришь? А тебе? Чё ты мне говоришь? Нет, ты выйдешь напротив звезды, как было в прошлый раз, и ты накинул ГП. А, окей, иди нахуй. Все духов. Крест будете добивать. Все играем в крест. Там антисс. Забили на крест в череп. Все играем в череп. Бегаем за звездочкой в комнате. Хотаем в комнате. ДЦ ДЦшит в комнате. Все в звезду. Звезда пара.
Скины хилят, танки танчат. Это на пассив. Это на пассив поставки. Че он бегает по центру? Он бьет в угол. За угол забежал. Двинулся. Вот тут стоим. Двинулись. Стали тут. Прошли. Все, выход. Дух дыхнет. Мутант после дыхания заберешь. Породистое осквернение. Ждешь духа хваткой. И мы все дружно будем бить меча. Серьезно? Все, давайте, все в духа. Мутай духа хваткой. Идеально. И бьем все духа. Ну, агри. Да че за... Пошли в жопу. Агри, мутант. Колян, только не ты. Еще раз рейд дыхнет. Дайте салону, полы. Нет, смотрим. Вернение секунда. Проявлял. Опять. Бежим. Проводи немножко, потому что духи будут спускаться. Они же все равно не хлопаются, не веди. Алексей, звездочку. Двигаемся. Там звездопад. Мне по ДЦшить или ДЦ по ДЦшить? ДЦшить. Да, он должен бежать. Двигаемся дальше. Ты лучше походи поесть. Дали тут, стоим. На мужика. Двигаемся дальше. У Войда. Дальше двинулись, стоим. Тут стали. Все, до конца стоим, смотрим осквернение сейчас будет сразу. Осквернение, козырь. И все уходим к порталу. Давайте кого-то гимна Ману там поставлю. Рубику считай, гимна Ману, и все уходим. Уже. Смотрим осквернение Нили. Поклонская. Давайте, все бьем меча тут. У Трон. Окей. Прощайте, там дух к вам идет. Алло, хайба. Единая скорбь жаждет крови. Ты ж куда же рост не дадим? Пойду звезду. Че за рейд такой? Палку забежали. Ну это потому что нехуй ДЦ шить, понимаешь? Ставить тут. Двинулись. Джерри Нова. Сейчас бы, блядь, 2К17 там ДЦ шить, понимаешь? Стеночку. Вжались там бомба пан. Рубикус, ты ДЦ шишь, что ДЦ? ДЦ шу. Че ты, 2К17, ты вот это ДЦ шишь. Пробежали. Войдить надо уже, да? Войдить. Все, блёп, смотрим осквернение поклонское. Все к порталу уходим. К порталу, иди. Так есть же более простой аналогичный слово. И добываем лича. Вы добили лича. Вас поздравляю.